Я художник Юлия Мамонтова, работаю в Москве и за рубежом, пишу в разных техниках. Работа «Голубая лагуна» выполнена в моей авторской технике орехалка маслом на латуни. Напоминает солнечный блеск и блаженный покой уникальной природы далеких Карибских островов, где лето никогда не кончается, где каждый найдет для себя свой уголок. Я люблю читать стихи Марины Цветаевой. Они всегда дают вдохновение и оживают в моих картинах. Например, стихотворение «Остров». Остров есть, толчком подземным выхвачен у нереид. Девственник, еще никем не выслежен и не открыт. В этой первой строфе своего стихотворения Марина Цветаева обращается к неведомому таинственному острову, который как бы нигде не числится. А вот вполне современные Карибские острова, хотя и четко числятся на карте мира, на самом деле очень близки Цветаевскому безымянному острову по духу и удаленности от реалий жизни. На металлах, в частности на медных пластинах, работали итальянские художники XVI века – Караваджо и Микеланджело. В это же время на меди писал Веронезе. Французские мастера впоследствии эту технику использовали русские иконописцы. В станковой живописи металлы практически не применяли. Считается, что живопись на металлах не получила распространения из-за большого веса и степени сохранности. Я взяла на себя смелость использовать этот старый метод масляной живописи, выбрав материал латунь, у которого коррозийная стойкость более высокая. Сейчас 21 век, и я использую совершенно новые технологии грунтовки металла, при которых значительно увеличивается срок сохранности картины. Дорогие друзья, пусть солнечное тепло моей работы вас порадует и мысленно перенесет в захватывающее путешествие на Карибские острова. Благодарю за внимание. До новых встреч!